Здравствуйте, я Дерек Уокер, пастор Библейской церкви в Оксфорде, и сегодня я хотел бы начать новую серию программ о том, как быть учеником Иисуса. Вся суть ученичества в том, чтобы любить Господа. Именно это нужно Богу. Первая заповедь гласит, что мы должны любить Бога всем сердцем, всей душой, всем разумом и всей силой. Суть спасения как раз в том, чтобы наши сердца изменились, и мы имели любовные отношения с Господом. В этой серии программ мы рассмотрим, что значит быть учеником Иисуса. Я считаю, что суть ученичества в любовных отношениях с Господом Иисусом. Иными словами, истинный ученик ⁇ это тот, кто любит Господа и хочет выражать это своей жизнью. Его главная мотивация ⁇ угождать Иисусу и прославлять Его. Его послушание ⁇ это не просто законническое послушание законом и правилам, а послушание из любви. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна 14 главе 15 стихе ⁇ Если любите меня, соблюдите мои заповеди ⁇ Получается, что соблюдение заповедей ⁇ это выражение любви. Как только вы уберете любовь из христианской жизни, то она тут же превратится в обычное соблюдение правил. И тогда она утратит свой смысл и всю свою радость. Но если наша христианская жизнь переполнена любовью, тогда это настоящая радость. Итак, мотивация истинного ученика ⁇ это любовь к Господу, а начало ученичества или то, с чего все начинается, это Евангелие. Вначале к Богу должно обратиться ваше сердце. Перед тем, как вы сможете стать настоящим учеником Иисуса, вначале ваше сердце должно быть полностью обращено ко Христу через Евангелие. Основная цель Евангелия в том, чтобы завоевать ваше сердце для Иисуса. И как только ваше сердце обращено к Нему, то это приводит к тому, что вы получаете Его любовь и начинаете ее отдавать. То есть цель Евангелия в том, чтобы завоевать наши сердца и ввести нас в любовные отношения с Иисусом. А это означает, что мы принимаем Его любовь, а затем начинаем отдавать Ему наши сердца. В ученичестве все это заметно в различных деталях нашей жизни. Но главное, чтобы все это исходило из любви. Если наши дела отсоединены от любви, то они становятся мертвыми делами. Во второй главе книги «Откровения» Иисус обращается к Ефесской церкви. Это была динамичная церковь. Они делали много добрых дел, но Иисус сказал, что они отошли от своей первой любви. В этом была проблема. Если вы делаете все эти дела лишь потому, что так нужно, а не из любви к Иисусу, то они теряют свою истинную ценность. Сам Иисус очень четко выразился по этому поводу в Евангелии от Марка. В 4 главе, 13 стихе сказано, ⁇ И когда был он в Вифании ⁇ в доме Симона Прокаженного. И возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Ибо можно было бы продать его более нежели за 300 динариев. На наши деньги это тысячи и тысячи долларов. Скорее всего, она копила на это всю свою жизнь. Это было очень дорогое масло в алавастровом сосуде. Заметьте, что она сделала. Она разбила этот сосуд и вылила содержимое на голову Иисуса. Она помазала его. Это прекрасный образ непомерной любви. Так Мария отдавала Иисусу все, что у нее было? Это был акт поклонения. В этом случае разбитый сосуд символизировал ее разбитую душу. Теперь ее ожесточенная и полагающаяся на себя душа была сломлена, сломлена в хорошем смысле слова. Бог желает ломать нас, но Он желает отколоть от нас нашу гордость. Он хочет отколоть от нас то, что крепко ухватилось за нас. И вот эта сломленность и побудила его вылить все на Иисуса. Она отпустила все, что ее сдерживало, и полностью отдала себя Иисусу. Излияние этого масла — это образ того, что она излила свою душу, всю свою жизнь перед Иисусом. И это было похоже на жертву Богу с приятным ароматом. Это было актом поклонения, и он был весьма необычным, потому что Иуда даже отчитал ее за это. Ах, какие растраты. Лучше было бы использовать это на что-то другое. А ты вылила это на Иисуса. Но Иисус сказал, оставьте ее, что вы ее смущаете. Она доброе дело сделала для меня. На самом деле это была правильная реакция на непомерную любовь Бога по отношению к нам. Африканцы называют такую любовь многое слишком много. Это свободная, рискованная, безудержная любовь. Именно такую любовь Бог имеет по отношению к нам. Единственная правильная реакция на такую любовь — это свободная и безудержная любовь к Нему с нашей стороны. В нашу очередь. А вот какой реакции ожидает от нас Бог? Еще такую любовь можно назвать расточительной, что означает сверхмерное, излишнее или чрезмерное. В Библии есть притча о блудном сыне, но на самом деле она называется о расточительном сыне. И многие думают, что это потому, что он был выше головы в грехах, но на самом деле лучше было бы назвать ее притчей о расточительном отце, потому что речь идет об отце, который выше крыши любил своего сына. Сын ужасно поступил с отцом. Он буквально сказал, я хочу, чтобы ты был уже мертв, потому что я хочу получить свое наследство уже сейчас. Для того времени это была скандальная история, но затем сын решает вернуться к отцу, когда оказывается на самом дне. Люди считали, что отец ни за что не примет сына, если он и ждет его. Лишь для того, чтобы отчитаться. Но они были шокированы, когда услышали, что отец, увидев сына на горизонте, то есть он высматривал своего любимого сына. Как только он увидел его в тех лохмотьях, он забывает о нормах приличия, поднимает свою тунику и бежит ему навстречу. Вот какой Бог в своей любви. Он беспределен в своей любви к нам, даже когда мы грешим. Итак, это была иллюстрация Божьей любви нашей ответной реакции на эту любовь. А в девятом стихе мы видим удивительное заявление самого Иисуса. «Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в памяти ее и о том, что она сделала». Иными словами, когда будет проповедоваться Евангелие, Следует рассказывать о том, что сделала эта женщина и что это символизирует, потому что это важная часть Евангелия. А почему Бог связал это проявление непомерной любви с проповедью Евангелия? Потому что это демонстрация того, к чему должно приводить Евангелие как таковое. Оно должно приводить к полному обращению наших сердец к Господу, чтобы мы отдали Ему наши сердца, нашу любовь, наше поклонение и нашу жизнь. А вот почему Иисус сказал, что об этом нужно рассказывать. Эта женщина — пример для нас. Именно этого Бог ожидает за свою жертву. Разве Он этого не достоин? Именно об этой радости думал Иисус перед лицом креста. Он думал о том, что Он будет иметь ваше сердце, вашу любовь, и что вы будете с Ним вечно. Вот почему эта история Марии должна всегда сопровождать Евангелие. Хотя я знаю не так много евангелистов, которые ее все же рассказывают. Истинное ученичество исходит из этого обращенного сердца. Если ваше сердце не было обращено, и у вас нет любви к Богу, то ученичество будет скучным, сводом правил и так далее суть ученичества в любви к Господу. Только после этого вы желаете угождать Ему, хотите быть таким, как Иисус, и делать то, что Он говорит. Поэтому вам нужно Слово Божие, которое учит вас, как жить, прославляя Бога и угождая Ему. Итак, ученичество проистекает из обращения нашего сердца и любви к Богу. Как только Евангелие принято и сердце обращено к Христу, то ученичество становится результатом любовных отношений с Богом которые проявляются в деталях нашей жизни. А вот почему изначально христиан называли учениками Христа. Только со временем нас начали называть христианами. Но до этого, если вы посмотрите в «Деяниях апостолов», изначально христиан называли учениками. Вот кто мы такие. Все истинные верующие являются учениками ученичество — это какая-то дополнительная опция для посвященных христиан. То, что вы рожденный свыше христианин, означает, что вы отдали свое сердце Иисусу, любите Его, приняли Его любовь верой. Вы знаете, что Он сделал для вас, вы любите Его, и это влияет на вашу жизнь. Вы не можете принять Иисуса как своего Спасителя без того, чтобы ваша жизнь изменилась и началась жизнь ученичества. Если кто-то не ученик Иисуса, то он не настоящий христианин. Ученик ⁇ это посвященный последователь Иисуса. И это объясняет, почему Великое Поручение состоит из двух частей. Во-первых, мы должны проповедовать Евангелие. Евангелие ⁇ это хорошая новость. А о чем? О Божьей любви. Мы проповедуем Евангелие о Божьей любви, которое должно обратить сердца людей к личности Иисуса, а не к религии. Именно поэтому в Евангелии от Марка, 16 главе, сказано «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». То есть благую весть о Божьей любви. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Обратите внимание, что первый этап обозначает «как верить». Речь о реакции нашего сердца, а не разума. Наше сердце доверяет и принимает Божью любовь. Затем этот первый этап ведет к крещению. Первое проявление обращенного сердцем это публичное провозглашение любви и посвящению Христу через водное крещение. Это также является входом во второй этап в ученичество. Итак, Евангелие действует Обращая сердце к Богу, и первое проявление послушания Богу ⁇ это крещение. Это открытое заявление о нашей любви к Богу. Второй этап описан в Евангелии от Матфея 28 главе. Там все начинается с крещения. Давайте посмотрим 19 и 20 стихи. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца из Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что Я повелел вам». Итак, второй этап — это создание учеников. Иными словами, изменения в сердце перерастают в изменения всей жизни и образы ее видения. Итак, идите, научите все народы, или делайте учеников, крестя их. То есть, начало ученичества — это крещение. Крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Уча их соблюдать все, что я повелел вам. Итак, ученичество начинается с крещения. Это точка входа и первый акт послушания Христу. Так мы провозглашаем нашу любовь и посвящение Ему. В более широком смысле ученичество фокусируется на Слове Божьем, потому что там сказано «уча их соблюдать все, что я повелел вам». Не просто учить, а учить их соблюдать — это весьма практично. Все дело в том, чтобы знать Его Слово и исполнять Его. Таким должен быть настоящий ученик. Он любит Господа, а значит, желает познавать Его и хочет исполнять Его Слово. Но все это это послушание проистекает из обращенного сердца. Надеюсь, именно поэтому вы и слушаете меня сегодня. Вы любите Господа и хотите знать Его лучше, чтобы ваша жизнь прославляла Его все больше. И так все проистекает из обращенного сердца, из любви ко Христу. Это плод Евангелия. Обратите внимание, что в Евангелии от Марка 16 главе, в Евангелии от Матфея 28 главе содержатся две части Великого поручения. А общее в обоих случаях — это водное крещение. Первый этап заканчивается крещением, а второй этап начинается с Евангелия, и это ученичество. Сегодня я хотел бы сконцентрироваться на первом этапе, на обращении наших сердец к Христу через Евангелие. Без этого не может быть никакого ученичества. Это будет лишь соблюдение правил. Суть Евангелия — это провозглашение Божьей удивительной и безусловной любви к человеку. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если, проповедуя Евангелие, вы не передаете Божью любовь, которая проявлена в смерти Христа, в Его воскресении и во всем остальном, то вы неверно передаете Евангелие. Евангелие должно обращать сердце человека к любящему Богу. В первом послании Иоанна 4 главе 19 стихе сказано, «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Как мы можем вызвать в людях любовь к Богу? Они должны получить откровение о любви Бога к ним, вот что способно обратить их сердца. Да, мы должны говорить о грехе и о судном дне. Не стоит избегать эти темы, думая, что люди не хотят об этом слышать. Но когда вы рассказываете о грехе и о судном дне, это лишь усиливает рассказ о любви Христа. Мы можем говорить о грехе и об аде, а потом рассказать, что сделал Иисус, чтобы спасти их от всего этого и тогда они будут любить Его еще больше. Если люди считают, что их нечего спасать, то все это неважно. И как бы много вы ни говорили им о кресте, это не будет иметь для них никакого значения. Но если они поймут, что они отъявленные грешники, и что они обречены на вечность в аду, то они будут очень благодарны Иисусу за то, что Он умер за них. Это библейский принцип. Кому многое прощено, тот любит больше. Если человек думает, что его не за что прощать, тогда он и не будет сильно любить Господа. Но если человек понимает, что ему многое прощено, то он будет сильно любить Бога. Поэтому важно рассказывать о грехе, об аде и обо всем, от чего спас нас Иисус. Мы видим этот принцип в Евангелии от Луки 7, главе 47 стихе. Я говорю об этом, чтобы вы не боялись говорить на тему греха, суда и ада. Современная церковь стесняется этой темы. Это неверно. Мы должны рассказывать все Евангелие. Иисус сказал, «А потому, сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много». А кому мало прощается, тот и любит мало. Эти слова из истории об одной женщине, которая вытерла ноги Иисуса своими волосами. Она сильно любила. Как и Мария. Она была непомерной в своей любви, и это доказывает, что ей было многое прощено. Чем больше вам простили, тем больше вы любите. А то, что она любила Господа, доказывает, что она приняла свое прощение вверх. Когда человек верит в Иисуса, это вызывает в его сердце любовь к Богу. Обратите внимание, что... Кому мало прощается, тот мало любит. Если мы сведем к минимуму весь ужас греха, то тем самым сведем к минимуму размах Божьей любви к людям. Это не даст людям возможности пережить Его любовь и благодать. Их реакция на Бога будет весьма слабой. Поэтому не стоит этого делать. В Римлянам 5.8 сказано, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Итак, когда мы говорим о том, что мы грешники, тогда Божья любовь по отношению к нам выглядит еще ярче по сравнению с черным фоном нашей жизни. Когда мы верим в Его любовь, то это приводит к тому, что мы отдаем Ему наши сердца, а потом из любви к Нему посвящаем себя Ему. Нашу реакцию на Христа можно сравнить с обручением мужчины и женщины. А это означает, что в основе должна быть любовь. В настоящей реакции на Христа должна быть любовь, которая проявляется в том, что мы отдаем ему наши сердца. А вот посмотрите второе послание к Коринфянам, 11 главу, 2 стих. Ибо я ревную вас ревностью Божьей потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую деву. То есть мы, верующие, обручены со Христом, а это означает, что мы состоим в любовных отношениях. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прелестил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе то есть от чистого посвящения. Павел пишет, что мы должны быть такими, как невеста, которая посвящена Христу в любви. Это посвящение создается через Евангелие, и именно через Евангелие Иисус сообщает нам о своей спасительной любви к нам. Когда мы верим в Его любовь к нам, это создает любовь к Нему, в наших сердцах. И тогда мы хотим быть с Ним, быть такими, как Он, служить Ему, прославлять Его и быть с Ним вечным. Мы с нетерпением ожидаем этого дня, когда мы вступим в этот совершенный союз. В обращении нашего сердца участвует вся Большая Троица — вера, надежда и любовь и большее среди них — любовь. Иными словами, вера во Христа порождает любовь к Нему, и это производит надежду. Надежда — это видение нашего славного будущего с Ним. Это должно мотивировать нас в нашей жизни здесь, на земле. Мы должны быть мотивируемы этой любовью и этим видением будущей славы. В первом послании Фессалоникийцам, первой главе, девятом стихе, сказано, «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу, Живому и истинному. Обратите внимание, что обращение описано здесь как обращение от идолов к любви и служению живому Богу. То есть это не смена религии и вступление в любовные отношения с Богом. В этих отношениях есть также и обещания на будущее ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. То есть мы получили видение, что наши любовные отношения с Иисусом будут становиться только лучше и лучше, и однажды Он придет за нами, и мы будем с Ним навеки. Он избавит нас от грядущего гнева, в том числе и от великой скорби. Эта любовь началась еще в вечном прошлом, когда Бог избрал нас. В следующий раз мы поговорим об этом детальнее. Но сейчас запомните, Иисус сказал, не вы меня избрали, а я вас избрал, и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. Бог еще в вечности избрал вас. Он хотел Именно вас. Еще до создания мира он выбрал именно ту модель мира, где были вы. Если вы верующие, то это был мир, в котором вы отдали свое сердце Иисусу. Он выбрал вас. Вы особенно для него. Он хотел быть с вами. Он сказал, ⁇ Любовью вечную я возлюбил тебя ⁇ и потому простер к тебе благоволение». Это означает, что Бог сам избрал вас. Затем Бог разработал план. Он запланировал сделать все, что нужно, дабы вернуть вас к себе. Он звал вас к себе через Евангелие. И в этом призыве он говорит, насколько сильно он любит вас и насколько вы дороги ему. Он даже отдал за вас Свою жизнь на кресте Он продемонстрировал свою любовь, чтобы завоевать ваше сердце Он пожертвовал собой Он пролил за вас кровь Он взял на себя Божий суд вместо вас Он понес наказание за ваши грехи А потом Он воскрес из мертвых, чтобы дать вам новую жизнь и через Евангелие Он зовет вас. Придите ко мне и отдайте мне свое сердце. Я предлагаю вам спасение и вечную жизнь. Я предлагаю вам прощение. Просто придите и примите меня как своего Господа. И тогда все вышеперечисленное будет вашим. Библия говорит, когда мы принимаем Евангелие, мы становимся оправданными. Это означает, что теперь мы в правильных отношениях с Богом и мы становимся божьими детьми. А еще мы получаем наследие в Боге. И как только мы оправданы, мы оказываемся на пути под названием освещение. Когда дух святой становится все сильнее в нашей жизни, овладевает нами, что в итоге приводит к полному прославлению Иисуса. От самого начала до самого конца — это история любви. Он полюбил вас в вечности, и Он будет любить вас всегда. И единственное, чего Он желает от вас это ваше сердце, ваша любовь. И как только вы начинаете влюбляться в Него, вы становитесь Его учеником. В этом и есть весь смысл Евангелия. Наше служение проходит каждое воскресенье в Чейни Скул Холл, Хэддингтон, Оксфорд.